Гегель дает ставший хрестоматийным пример. Другой вариант метафизики. Первый, так сказать, президент демократической России. Не так сказать президент, а так сказать демократической. Вот, конечно, ему в уста, вряд ли он сам для этого додумался, вложили такой девиз: «Россия исчерпала лимит революции». Мы не умеем добывать огонь трением, у нас ничего не получится. Все, мы погибли. На вас напали бандиты, вы едете на машине. Машину остановили где-то на проселочной дороге. Че Гевара, к сожалению, допускал вот эту метафизическую абсолютизацию революционного пути развития. И вот кукурузу стали уже высевать в районах вечной мерзлоты. И, значит, вот на этих самых испепеленных обломках пытаемся выжить. Сможем ли мы это сделать? Вот я тут подумал и пришел к выводу, что не только овес растет по Гегелю, но и общество развивается тоже по Гегелю. Такой огульной критики, связанной просто с навешиванием ярлыков на марксизм, сколько угодно. Но взвешенной, аргументированной критики нет. Если вы знаете о ней, поделитесь.